Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. По данным Минздрава России, числится более 13 миллионов инвалидов. Зачастую люди не привыкли задумываться о том, сколько много в мире живет людей с ограниченными возможностями, с какими проблемами ежегодно им приходится сталкиваться, как выживать и как, несмотря на все окружающие трудности, оставаться в гуще событий, не потерять интереса к жизни. Задуматься только, около 10% населения всего мира – это инвалиды или люди с ограниченными возможностями. Ежегодно в этот день проводятся мероприятия, это делается с целью обратить внимание всего общества в целом на проблемы людей-инвалидов, оказать поддержку, сделать так, чтобы люди почувствовали, что они не забыты, и о них помнят, и стараются сделать их жизнь более удобной и комфортной, поддержать достоинство прав и основу благополучия людей с ограниченными возможностями. Ежегодно в этот день в селении Сивук проводятся мероприятия, и они присоединяются к этой международной инициативе. Защищая достоинство людей с инвалидностью, мы защищаем свое человеческое лицо, говорят они. В этом году сивукцы назвали свои мероприятия «От сердца к сердцу» и посвящалось детям-инвалидам, проживающим в селении Сивук. Торжественной частью мероприятия выступил педиатр участковой больницы селения Сивук Айша Шамилова, а также Шабан Газиев. Здравствуйте, ребята! Добрый день, уважаемые родители и приглашенные гости! Мы рады очередной встрече с вами в этом уютном праздничном зале. А встреча наша приурочена к Международному дню инвалидов, провозглашенному 3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН. Это еще одна возможность обратить ваше внимание на проблемы людей, волей судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке. И хотя этот день трудно назвать праздником, но это ваш день, день сильных и целеустремленных людей. Дорогие наши дети, как здорово, что теплые встречи с вами стали доброй традицией, и сегодня мы вновь приглашаем вас окунуться в атмосферу радости, волшебства и веселья. Праздник нужен людям для того, чтобы общаться друг с другом, получать подарки, дружить и веселиться. У нас в гостях председатель СПК Сивук Гази Шабан Ханмагомедович. Педиатр Сивукской участковой больницы Айшат Шамиловна. И от родителей у нас сегодня выступит Набиева Вазифа Саидбекова. Также у нас на мероприятии будут сказочные персонажи, аниматоры. И, конечно же, самые главные гости этого мероприятия – дети с ограниченными возможностями и их родители. Наше мероприятие носит название «От сердца к сердцу». Программа у нас разнообразная. Надеемся, что вам понравится. Просим вас принять активное участие в играх, конкурсах и викторинах. Так, давайте же начнем торжественную часть нашего мероприятия. Слово предоставляется педиатру Сивукской участковой больницы Айшат Шамиловне. Добрый день всем, уважаемые родители. Наш с вами долг помочь нашим детям-инвалидам. Каждый из вас знает, какой это тяжелый труд, как растить больных детей. Главное для этого, чтобы помочь нашим детям развиваться, взрослеть, не впадать в депрессию в какой-то момент. В этом деле главное изучить болезнь своего ребенка. Дай Бог вам силы, мужества, помощников, любовь к своим детям, чтобы помочь им в этом. Дай Бог здоровья всем нашим детям, вам здоровья, родителям в первую очередь. Спасибо всем организаторам этого мероприятия, спасибо всем родителям за то, что, несмотря ни на какие трудности, продолжаете бороться за здоровье своих детей и не останавливаетесь на достигнутом. Спасибо всем. А теперь хотелось бы предоставить слово Газиеву Шахрану Ханмагомедовичу. Да, конечно, я рад сегодня нашему мероприятию, нашим организаторам,
сегодняшнего праздника для детей инвалидов. Прошу пожелать родителям в первую очередь здоровья, терпения и умения воспитывать и содержать своего ребенка инвалида. Это наша судьба, это наша доля. Мы от нее не должны отказываться, поэтому поздравляю всех, скажем так, поздравляю всех детей с сегодняшним праздником и родителей. Здоровья всем! Здравствуйте всем! Хочется начать выступление со слов великих классиков. В доме, где звучит детский смех, всегда уютно, тепло. Но иногда волею судьбы получается так, что детского смеха становится все реже и реже. Не потому, что так захотели родители, не потому, что так получилось у детей. На все воля Всевышнего. Хочется родителям в первую очередь пожелать терпения и упорства. Без нашей поддержки, без нашей помощи наши дети не станут лучше. И никогда не останавливайтесь на достигнутом. Наше упорство делает наших детей сильными. Мы – это единственное то, что у них есть в этой жизни. Деткам желаю здоровья, прежде всего, и никогда не унывайте. Жизнерадостность – это качество, присущее не всем. Но именно дети с ограниченными возможностями, они обладают тем упорством, которому позавидует и олимпийский чемпион. Они упорно борются за все блага жизни. Нам с вами терпение, детям здоровья. Все. И организаторам очень хочется выразить слова благодарности, которые ежегодно уже как дань традиции проводят такие мероприятия. Хочется, чтобы таких мероприятий проводилось для них все больше и больше. И мы с вами, родители, можем в этом помочь. Еще раз огромное спасибо всем. Здоровья и еще раз здоровья. Особенный сегодня праздник. Сегодня думаем о тех, кто в доброте, в защите нашей, нуждается сильнее всех. Ведь истинное чудо дети, самой природой нам дано. Пускай счастливее всех на свете, растут они, как суждено. Мы желаем вам только радостных дней вашей жизни. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопровождают каждую минуту. Программа была разнообразной. Дети читали стихи, проводились конкурсы, викторины, игры, в которых принимали активное участие дети и мама. Победители были награждены призами. На праздник также были приглашены сказочные персонажи Том и Джерри, Лунтик, Пчелка, которые развлекали детишек своими плясками и песнями. Если каждый друг планеты, то по праву наши, то стоит ясно, дружно.
Наши ребята готовились к мероприятию, и некоторые из них подготовили стихи, песни, и сейчас хотят перед нами выступить. И хочу сюда пригласить Набиеву Амину, Алигаджиеву Зайнаб и Расулова Хаджимурада. Еще светло перед окном, разрывы облак солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаясь трепещет, а уж до неба, до земли, качаясь, движется завеса, и будто золотой пыли стоит за ней опушка леса, две капли брызнули в стекло, а клип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. Была зима. Шел январь месяц. Люди сидели в домах и топили печки. Какой-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вдруга, а потом вернулась к теплой печке и сказала паченице: «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Посмотрела на мачеху девочка, шутит она или вправду посылает ее в лес.
страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники. Она у нас волнуется, мы ее поддержим, она умница. А ты можешь сказать? Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да, говорят, еще какие, да, говорят, еще какие. Ведь не даром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, не то на Господня воля, не отдали в Москву. Молодец. А теперь давайте, ребята, поиграем в викторину. Задания будут на логику и внимательность. Пожалуйста, внимательно слушайте. Мамы могут помогать. У бабушки Глаши есть внучка Саша, кот Снежок и собака Пушок. Сколько внучат у бабушки? Пять. Сколько? Пять. А почему? Внимательно слушаем еще раз. Слушайте. Сколько? Четыре. Вот слушайте. У бабушки Глаши есть внучка Саша, кот Снежок и собака Пушок. Сколько у бабушки? Один. Молодец, Магомед. Один. Одна внучка Саша. Так, теперь, ребята, тоже внимательно слушаем. Я пытаюсь вас запутать. Во дворе трещит мороз, шапку ты надень на... Нос! На голову! На голову, правильно. Подобрать себе я смог пару варежек для... Рук! О, уже внимательны. И капризно, и упрямо в детский сад не хочет... И капризно, и упрямо в детский сад не хочет... Девочка. Правильно, дочка. Не мама, а дочка. А теперь. Маленький, серенький, на слона похож. Кто? Волк. Мышка. Нет. Мышка. Мышка. Очень сильно похож на слона, но маленький. Мышка. Нет. Мышка. Кто это? Маленький, серенький, на слона похож. Кто? Ну, очень слоненок! Умница, Магомед! Слоненок! Так, каких камней нет в море? Сухих! Магомед, по-моему, все ответы подсмотрел. Не подсмотрел! Умница! Умница! Попросила мама Юлю ей чайку налить... Так, еще задание, ребята. Одно яйцо варится 3 минуты. А сколько будет вариться 2 яйца? 6 минут. 3. Умница, Кругольдис, 3. Все, кто сказал 3, все правильно отгадали. Действительно так. А теперь, ребята, проверим знания русского алфавита. Насколько хорошо вы знаете буквы. Круглая форма голова, той же формы буква. О, все правильно. А теперь сложнее будет. Внимательно слушаем. Есть она в любом кармане, в сумке, в комнате, в руке. Есть в кастрюле, есть в стакане и 2 целых в кошельке. Без нее не даст корова нам парного молока. Здесь загадано не слово, а всего лишь буква. Нет. Какая буква во всех словах повторялась? Я. Нельзя. Я. Нет. Давайте я еще раз прочитаю, а вы слушайте каждое слово.
слово. Есть она в любом кармане, в сумке, в комнате, в руке, есть в кастрюле, есть в стакане. И две целых в кошельке. Буква К, да. Теперь ребята должны представить эту букву. Вам будет легче отгадать. Если мне добавить ножку, подровнять меня немножко, то без новых перемен получаем букву Н. Какая буква похожа на букву Н? Вот слушайте, если мне добавить ножку, подровнять меня немножко, то без новых перемен получаем букву Н. Ну вот смотрите, букву Н представили все? Если одну ножку левую убрать, какая буква получится? Одну левую ножку убрать. Нет. Сдаетесь? Да. Как так? Неужели никто не угадает? Букву Н, печатную букву Н, представьте. Че, умница, буква Че. Теперь слушаем опять. Букву П перевернули, справа хвостик пристегнули, завернули на конце, получилась буква Че. Букву П перевернули, справа хвостик пристегнули. Буква С, правильно. Правильно, молодцы, ребята, отлично справились. Есть места чудесные на свете, ищут их и взрослые, и дети. Улетаем далеко от дома, городом чужим и незнакомым. На земле, как бабочки, порхаем. И про все почти все знаем. И на день рождения для мамы пишем смс и телеграммы. Но все равно и самые большие слоники, и самые маленькие гномики скучаем, когда мы уходим слишком далеко от мамы. Красная, все шумные ярче, полнолуние, но я свой твой дом.
Очень красиво все танцевали. А теперь, ребята, хочу провести с вами игру. И на эту игру мне нужно 6 желающих. Так. Я переживала, что никто выходить не будет. Так, подождите, 2, 4, 6, 7, ничего, мы придумаем всем. Так, ребята, игра будет заключаться в том, вот здесь у нас на столе есть карточки, вы должны будете, и главное все мальчишки, вы должны будете взять карточку и показать эмоцию. То есть, смотрите, подождите, пока ничего не трогайте. Вы берете карточку, там написано то, что вы должны показать, а остальные родители наши должны угадать. Так, кто хорошо покажет, чью эмоцию угадает, тот получит у нас подарочек. Так, теперь подходим, берем. Так, 2, 4, 6. Так, кто готов уже? Кто готов? Магомед готов? Так, пожалуйста. Так, у нас здесь загадана эмоция. Все внимательно смотрим на его лицо. Так, он должен показать эмоцию. Вот она у меня в руках. И мы сверим с ответом. Так, давай, не смеяться, приготовься. Так, эмоция, давай, покажи. Какая это эмоция? Зло. Правильно, злость, молодец, вот. У нас загадана была злость, молодец, ты отгадал. Так, сюда, ты угадал, так. Угу, можешь показать? Давай. Он собачку показывает. Так. А ну, покажи еще раз покажи, не увидели они. Покажи, что. Вот, брови поднял. Что это он? Что случилось? Удивление, молодец. Молодец, умница. Становись. Еще кто? Так, Магомед. О, это непростая эмоция. Это угадать не так легко. Давай, показывай. Равнодушие. Ну, близко. Как? Еще два покажи. Пофиг. Ну вот прям. Что это? Еще показывай. Показывай, давай. Надо постараться. Нет, не безразличие. Ну что? Ну вот я ему говорю, представь, что ты ешь вот кашу с комочками. Ему не нравится. Какая эмоция будет? Прям... Ну, вообще, отвращение. 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 Так. Показывай, что у тебя. Давай показывай карточку. А, ну он уже готовый. Так. Эмоция. Грусть. Грусть. Все на лице. Так, что у тебя было это? А, ну вот, давай, иди сюда. Давай, показывай. Как покажешь? Ну, целая сценка, люди. Испугался. Испуг, правильно, молодец. Вот и подошла к концу наша праздничная программа. Надеемся, что вы хорошо провели сегодняшний день, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Позвольте на прощание пожелать вам крепкого здоровья и счастливых дней. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания. До новых встреч. Спонсорами является общественная организация «Молодежь села Сивух». По окончании мероприятия все попробовали сладости с праздничного стола. Надо отдать должное организатору данного мероприятия, заведующей местного СДК Эльмире Алиевой, которая подготовила и организовала данное мероприятие, а также ведущей, специалисту по работе с детьми реабилитационного центра города Хасавюрт Амине Гасановой. От имени родителей выступила Вазипат Набиева. Она поблагодарила спонсора мероприятия, общественной организации «Молодежь Сивуха»,
и организатора за такое яркое и прекрасное, в то же время важное мероприятие. Инвалидность – это не приговор. Практика показывает, что эти люди могут быть и становятся полноценными и высокоэффективными членами общества, отличными специалистами и даже политиками, экономистами, социально активными и жизнеутверждающими людьми, которые вдохновляют многих, в том числе и совершенно здоровых членов нашего общества.